допросится к встраиванию или не противопоказанию? Ну, бывает, знаете, не знаю, я не решал, я не решал, я не всегда знаю, несмотря переезжаете вы или не переезжаете. Ну, допустим, тогда вопрос получился. Вот я уже встаю. Ты только начинаешь, я чуть встраиваюсь. Видишь, я если я стою сразу на тебя, видишь, ты сейчас меня возьмешь. Так, так, вот это опережение. Вот это опережение. То есть я чуть-чуть прям раз. Отпустил, встроился, сразу. Я же не говорю, что вы должны, скажем так, здесь сначала принять его удар. У нас вообще нету защиты, у нас есть нападение. Мы только встали, да? И раз, слушай. Спроси еще чуть-чуть. Вопрос. Брось вызов. Это встраивание в его намерение. Вы можете встроить в его желание, в его намерение, еще что-то. Да? Вот только у тебя нож, а я уже встроился. Да? То есть я, ты только, а я уже в тебя, ты пошла работать. Вот это и есть работа на опережение.